Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Shadow of the Tomb Raider. Находимся мы в затерянном городе, или как он там называется? Ну, подожди, когда я посмотрю. А, тайный город. Тайный город, и нам тут надо поговорить с кем? С Эцли у подножия горы. Эцли — это сынуля. Сынуля тут здешний такой... королевны, так сказать. Ладно, но мы здесь, кстати, сохранились перед тем, как я хотел сходить в какую-то тут пещеру. Какая-то тут тайная хреновина есть. Подожди, пещеры у деревни. Вот здесь есть что-то. Опять же, прыжки в воду. Зачем мне это? А, прыжки в воду. Но мне больше интересует, конечно же, вот это вот место. Какое-то уж оно больно подозрительное. Давайте почитаем. Точнее, не почитаем, а послушаем. А, что? Тут тупик? Какого хрена тут тупик-то, блядь? Ёб твою мать. Я думал, что-то тут проход какой-то будет. Твою мать. Привет. Тебя тоже изгнали, да? Да, Ишик. Я Часка. Я Лара. Меня прислал Писку. Писка-мертвец? Послал тебя ко мне? Ты проиграла ему в Патолле? Нет. Мальчик Таки проиграл ему свои кубики, и я пытаюсь их вернуть. Писко сказал, чтобы я поговорила со всеми изгоями, и тогда он мне их вернет. Странно, что он не стал уговаривать тебя сыграть на них. Пытался. А, могу тебе сказать только, что меня изгнали. Как Писка. Я потеряла и работу, и положение, но это была не случайность. Меня изгнали из-за моего поступка, и я о нем не жалею. Что случилось? У тебя есть дети? Нет. У меня тоже нет. Ишчель не благословила меня, но я помогла появиться на свет трем детям моей хозяйки. Я любила их как родных, пока меня не изгнали. Что ты сделала? Я воровка, Лара. Что ты украла? Ожерелье из нефрита. Зачем? Самая младшая Каяра увидела его в гостях у друга и взяла. Позже за ней пришли, ее бы изгнали, а ведь она еще ребенок. Я сказала, что это я его взяла. Хозяйка забрала у меня ожерелье и разбила его об пол. И меня изгнали. Мне так жаль. Не жалей меня. Я бы снова так поступила. Каяра усвоила урок и проживет достойную жизнь. А я могу отдавать почести Ишчель своим шитьем, как учила меня мама. И моя Каяра приходит меня проведать. Спасибо за твою историю, Часка. Каяре с тобой повезло. Удачи, Ишик. Хорошо, что не Ишак. Сейчас, секунду. Кот, паскуда, на шкаф залез и не может слезть. Значит, мы с ней поговорили, да? Ладно, значит, тут у нас масла не надо. Больше я не унесу. А вот здесь что-то есть, давайте глянем. Кичуанский. Унурату прошла сквозь толпу к трону, но не села на него. «Почему мы продолжаем верить в эту ложь?» — спросила она у народа. «Городом правит Кукулькан, и я больше не буду улыбаться и делать вид, что это не так. Я не буду его марионеткой». Стражники заставили ее замолчать и прогнали. Затем они достали оружие и пошли на толпу, чтобы рассеять ее. Коронация Унурату. Но мы, я так понимаю, потратим эту серию на то, чтобы исследовать вот этот вот городишко, потому что до хера всего просто. А что, еще что-то с тобой поговорить надо? «Привет. Тебя тоже изгнали, да?» «Да, Ишик. Я Часка. Я Лара». Нет, это мы уже читали. А почему-то у нее диалог-то не пропадает. Ну ладно. Диалог не пропадает, хер бы с ним. Как говорится. У нас тут что есть? У нас тут какие-то предметы... Да, доступен новый костюм. А где? А где что за костюм доступен новый? Это одеяние Пакахука. А у нас что? Туника голубой цапли. Интересно, это ей татушки уже набили, что ли? Или что это такое? Одеяние Пака. Как оно выглядит-то, блядь? Восстановление здоровья, скорее всего. О, блин, вот это вообще нормально. Животные ресурсы.
Конечно, пиздец, как это все на ней смотрится, нахуй, ужасно. Ноги, блядь, какие-то грязные сразу стали. Помой здесь ходи, ларка, блядь. А может, это вены? Варикоз, блядь. Варикоз у ларки. Все понятно, ладно, все. Гоню. Тут что-то подавляют тряпки и... Вон там еще какой-то хер, с которым можно поговорить. Сейчас со всеми будем разговаривать. И как в предыдущем городе, где находился бар и где находилась Эбби, наверняка откроются какие-то доп-задания. Че она тут перышки делает? Решила сбежать от городской суеты. Клянусь, с каждым днем шума и народу становится все больше. Город меняется. И люди тоже. Они хотят все больше и больше, неважно чего. Еды, одежды, украшений. Постоянно высматривают, как живут соседи, и постоянно завидуют им. Больше никто не довольствуется тем, что имеет. Это уже слишком. Иногда я мечтаю отсюда сбежать. Просто забраться в одну из этих лодок и уплыть по реке. Я бы так и сделала, но... Кроме этого места я ведь ничего не видела. Сложно на такое решиться. Наверное, нужно над этим еще подумать. Спасибо, что выслушала. У меня на сердце полегчало. Блин, хуя себе, там вот паук бегает. Я только приметил. Ну, давайте-ка мы карту посмотрим. Нефрит, слушайте. Ага. Нефрит есть. Тут у нас доступно задание. Подождите, тут бумажонка лежит. Нам бы найти какую-нибудь карту. Было бы неплохо. Кстати, тут можно откуда-то нырнуть. Там еще выше можно забраться, да? Вот это что такое? Баба, что... Это, надеюсь, баба в трусах, блядь, в этих идет. В повязках. Нет, мужик, блядь, какая, какой ужас. Опа, смотри-ка. Монолит нашли, отлично. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Не удалось расшифровать. Давай у тебя спросим тогда. Погоди-ка, тут может что есть? Там он что-то лежит. Тут там орёт, блядь, масло. Тут чего? Тут что-то есть, запчасти есть. Ну-ка послушаем. Привет. Привет, Ишик. Редко встретишь чужака в городе. Писко отправил меня поговорить. О, Писка, хороший парень. Ты видела других чужаков? Только одного. Он был красивым, умным и нежным. Мы любили друг друга, но секта Кукулькана объявила нашу любовь преступной. Какой кошмар. Сочувствую. Меня приговорили к смерти, привязали к скале и оставили умирать. На третий день я ждала смерти. И тут он нашел меня, чужак. Освободил и залечил раны. Кто он был? Я не знаю его имени. Прошло так много лет, но я все равно верю, что еще увижу его. Я часто хожу на те скалы гнездом кондоров и собираю их перья. Они напоминают о нем. Невероятная история. Спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что выслушала меня. Невероятная история. Карта обновлена, найдены секреты. Смотрите, что-то мы уже тут... Кондор. Тут, значит, у нас есть кондор. Есть монолит, но мы прочитать его не можем. Да, тут очень большой город-то на самом деле. Может, и не одна серия даже уйдет на его исследование. Наверняка полным-полно. Он еще один монолит, что ли? Это монолит, да? Я его разговариваю. Продвинутый юкитакский монолит. Изучите древние диалекты. Я не понимаю. Много общего с креольским. Блин, хоть это орать, ёб твою мать, как на рынке, нахуй. А это, может, есть рынок? Как на рынке каком-то. Ой, ты чё, прятаться, с чего? Я тоже такое хочу принять, блядь. Найден заказчик задания, карта обновлена. Где? Заказчик задания? А где заказчик задания? А, вот, смотри-ка, доп. Задание. Доп. Задание. Нам надо куда пройти? Где заказчик-то, блядь? Там, что ли?
Не, в другой стране. Заказчик задания. Сейчас мы возьмем какой-нибудь. Вот это что? А, да, смотри, вот здесь. Заказчик. Ёб твою мать, тут вон этот самый сундук стоит. Спиздануть нельзя. Сундук конкистадоров содержит редкие ресурсы и древние артефакты. Это какой? Коврик для Патолли. Говорят, что Патолли — одна из самых древних игр Америки. В нее играют самые разные люди. Известно, что за один раунд этой игры люди могли проиграть все свое имущество — одеяло, драгоценные камни, дома и даже свободу. Шачипилли, бог искусства и игр, считается одним из активных участников игры. Он отвечает за вознаграждение победителя. Лишиться всего в ходе простой игры — есть вещи, которые никогда не меняются. Никогда. По сей день играют в подпольных казино люди и проигрывают целые состояния. А где задание-то? Я что-то не понимаю. А, вот просто мне надо посидеть здесь. Давайте возьмем. Извините. Наверное, ты писка-мертвец. Я Лара. Как и ты? Но ты выжил. Тут один мальчик говорит, что Писка украл его кубики. Во что? Ну, хорошо. Что это за хуйня была? Не понял. Лара, блядь, ты чем закинулась? Тебе все-таки там дали каких-то травок? Тебе вроде бы как-то никто не отвечал, или... Извините. Подожди. Наверное, ты писка-мертвец. Я просто заново хочу пролистать. Не... Я Лара. Так, все понятно. Ларку глючит. А это, может, баг какой игры? Слушайте. Может, там кто-то и отвечал ей. Короче, надо найти 5 изгоев. 5 изгоев. 2 мы нашли. Осталось еще где-то 3 нарыть. Так, подождите, мы отсюда пришли. А изгои у нас на карте, конечно, не помечены. Это печальненько. Но тут, блин, город огромный. Там есть еще одно задание. Все, мы сюда, наверное, не пойдем больше. Хорош, пойдем куда-нибудь сюда. Вон туда нам надо, это по основному заданию. Как эту хуйню зовут? Эцли. А, погоди, что-то на карте есть, что ли? Что это такое? Отыщите изгоев, поговорите с 5 изгоями. Но мы здесь... Так, подожди, это может быть уже отмечено? Отмечены зоны, где мы разговаривали? Сейчас узнаем. Ты изгой? Сегодня тут людно. Нет. Куколькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. Нет, это не изгой. Не изгой. Пацан-то тут ждет, да? Вон он стоит. Это же он, правильно? Да, это он. Давай-ка мы с тобой попиздим. Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья Унурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться жизнью. Понятно, почему люди молчат. Унурату. О, какой бассейн. О, блин, тут лагерь есть. Какой бассейн.
Ух ты, твою мать, там золото на дне лежало. У Нурату. Давайте-ка мы тут лагерь-то отметим. Может быть, навыков нам, наверное, никаких не дали. У меня... Сколько у меня? 2 очка доступно. А мне, по-моему, 3 надо было. Что-то я хотел сделать такое прям. Ох, нахуй, ебаный рот. Что это? Сидя на ветке. Вот это я хотел сделать, точно. В прошлой серии. Я на самом деле, знаете, что не помню? Вот мальчика с кубиками, блядь. Что нахуй за кубики? Какие мы тут кубики хотели, блядь, ему достать, непонятно. Блин, у нас все по максимуму. Шкуры по максимуму. Все на максималках. Где тут чего есть? Тут деревья, вон там что-то лежит. Деревья, это перья, что ли? Я, кстати, их видел вот оттуда. У да, меня нет столько места. И перья-то у нас на максимуме. А в домах могут эти изгои, интересно, быть? Тут да... О, это что такое? Эх ты, там еще этаж, что ли? А как мне его взломать? Непонятно. Может, это сдвинуть можно? Да нет, че. Очень много мест, куда мы... Эх, блять. А. Во. Подожди, а где же, блядь? Дыра-то, блядь. Ты куда я? Куда-то я захожу тут. Я бегать не могу. Это какой-то переход. Переход между локациями, что ли, такой. Тут что есть? Нет, тут нихера. Опа-на! Что там? Первый контакт. Как и предсказало пророчество, после столба огня в ночи, после разрушения наших храмов, после плачущей женщины и двухголового человека со стороны восходящего солнца появились странные воины на больших оленях. Они убили слабых вождей и захватили земли и людей. Юкатеки, первый контакт. Ладно, дай бог не последний. Доступны монолиты. Юкатекский язык. Юкатекский. А мы... Теперь можем дойти. О, еще один чувак. Здесь что у нас вообще есть-то? Легенда гласит, что семеро кольцом охраняют богатство. Но я все там обыскал и ничего не смог найти. Это бессмыслица. Какой смысл загадывать загадку, если за ней ничего не кроется? Какая-то загадочка есть. Ну-ка посмотрим на карту. Какая-то есть еще загадка. Я бы вот сюда сходил, к монолиту. А, подожди, у нас только вот этот монолит открылся. А этот мы еще прочесть не можем. Ну-ка, давай-ка сходим. Может, в домушки зайти еще по пути. Тут что-то есть. Ресурсов очень много. Но, ну, блин, у нас уже все на максимум. Ух, блядь. Какой. Очко навыков. Найдите лагерь. А это что тут? Коноплю растите, что ли? Склад какой-то травы. Где монолит-то? Это закрытый монолит. Мы его еще не можем прочитать, как я понимаю. Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Что-то тут не так. Подожди, а здесь вот, кстати, еще бассейн. Может, эх, бляха, вернуться, что ли, можно? Да ладно, блядь, прикиньте. А что тут есть? Там что-то плавает. Это дыра? Где я? Ёб твою мать. Куда? Куда ты, блядь? Я там не все исследовал, Ларка. Воздух. Воздух кончается. Давай, всплывай. Я думал, тут по щиколотку воды-то. Ни хера себе, блядь, тут... А что это такое, действительно? Мне, может, на карте это как-то помечено будет? Тут просто комнатушка, я не понимаю, куда плыть. А, во! Не?
Слушай, тут просто какая-то небольшая комнатка. Погоди. Вообще ничего нет. Блять, золото, ёпты, блядь. Или это нефрит? Так, тихо, не умирай, Ларка, блядь. Нефрит, точно, 5 кусков нефрита мы взяли. Погнали. Сейчас, только не загнись, ради бога. Она там в шортах, блядь, под этим платьем. Я думаю, хоть жопа будет видно, блядь. Все, всплыли, нормально. Я хочу найти монолит. Монолит где-то... Вот же он. Речь о месте неподалеку. Вода идет по каналам в сухие части деревни. Она увлекла меня за собой. Карта монолита разгадана. Вода. Куда там вода-то идет? Да, это место указывается, где были изгои. Все правильно. Вот здесь что-то, фреска. Ага. До фрески идти-то далековато. Но монолит вот этот вот по-прежнему еще разгадать не можем. Может быть, есть смысл сходить к фреске? Она там внизу идет, правильно? Угу. Так, если я тут вот спрыгну, ноги не сломаю? Нет. Да что ты испугалась-то? А это что за знак такой вот интересный? Ты жук, что ли, какой? Эй, пиздюк, блядь, ты не знаешь, что такое? Не знаю. Сказал, не знаю, блядь. Эх, бляха-муха. Так, ладно, продолжаем бегать по лагерю. Я хочу тут все изучить по-нормальному. Это важно. Это очень важно. Ягоды у нас на полную. Вот эти, блядь, танцоры на... Ну, я здесь вот был только что, можно сказать. Тут больше ничего нет. Ну, а, это мы вот эту фреску-то разгадали. Это фреска называется? Да, слушай. Это уже разгаданная фреска-то. Нам как бы пройти на другую часть... Вот этого города, я что-то не вижу никаких проходов, хотя вот здесь вот что-то есть. Так, нет, тут... Опа! А, тут шкуры, наверное, да? Да, нет, шкуры нам не нужны. Здесь что-то еще есть у нас. Деревья. Не хочу пока делать основное задание, потому что тут дохренище побочных. Где-то здесь на карте. Вот еще, кстати, побочное задание. Да, до него надо добежать, как минимум. О, погладить можно. Цып. Тихо, ты, блин, сейчас в рожу как плюнет только она. Как верблюд. Тут что? Есть с кем... Да тихо ты, блядь. Есть с кем побазарить-то, нет? Тут только ресурсы, да? Я не знаю, за ресурсы это ведь опыт дается. Правильно? Да, 5, ну блин, 15 опыта, что это, блин, за опыт? Если бы сотню давали, там, понятно. Во, еще кто-то есть. Знаешь, чего не хватает в этом городе? Любви. Раньше она витала в воздухе, как аромат гибискуса. Этот аромат исчез после смерти мужа Унурату Сайри. Их любовь была очень заразительной. Куда бы они ни пошли, они все время держались за руки. В такие солнечные дни, как сегодня, они обычно ходили на рынок, и клянусь, в лавках, мимо которых они шли, становилось светлее. Никогда не видела настолько влюбленных людей. Надеюсь, когда эта война закончится, запах гибискуса снова вернется. Я, кстати, вот тут вот что-то заметил в домике. Странное. А, это какая-то рукопись? Кичуанский. Амару вернулся на похороны своего брата. На похоронах он был безутешен, а после них неподвижен. Но на следующий день он стремительно пронесся по городу. Он разоблачил лидера секты и показал всем, что тот чужак.
«Пора народу Пайтити взять власть в городе в свои руки», сказал он, держа в одной руке отрезанную голову, а в другой окровавленный нож. «Мы больше не будем кланяться чужеземцам». «Не будем, блядь, правильно. Вот это что такое? Подожди ты. Еще какой-то... А, это тряпки. Тряпки нам не нужны. Тряпки не нужны. Не, ну мы за сегодняшнюю серию, конечно, ни хера не сделаем, но... По крайней мере, мы тут найдем много чего полезного. Я думаю, деревяшки... Полезного и интересного, на самом деле. Вот, еще кто-то тут есть, с кем можно побазарить. Ты встречала Паймо, Ишик? Вот дурак. Думает, боги наказали его. Лентяй. Кого-то надо повстречать, какого-то лентяя? Судя по всему, да. Но я что-то не могу найти никак этих самых изгоев. Двух только нашли. А где еще-то? Еще же должны быть изгои-то. Еще три штуки целых. Тут нету ни хера, да? Так далеко ты посмотреть не можешь. Изгои, они наверняка же, блядь, на окраинах каких-то находятся. Вон, наверное, сидит, смотри-ка. Или это не изгой? Ну, подожди, давай проверю. Тут не это самое, не 8 метров, как в предыдущем подобном бассейне. Глубина. Где я тут нахожусь? Какой-то проход нарисовался. Блять, да что ж ты будешь делать? Сейчас, секунду. Блять, на кота какая-то сверхактивность напала. То на шкаф залез. То... Какую-то хуйню нашел, давай гонять по всему коридору. Значит, ладно, давайте-ка послушаем, что вот это скажет нам. Будь осторожна, мы нашли волчье логово неподалеку. Но, возможно, ты здесь именно поэтому. О чем ты? Боги послали одного чужака выследить другого. Очень разумно. Удачи на охоте. Волки просто не знают, что у меня есть автомат за плечами. Черногривый волк. А вот мы и нашли с вами уже кое-чего. Подождите-ка. Это мы где? Так, карта обновлена, секретики найдены. Здесь у нас есть золото, надо сейчас добежать до задания. А вот тут целый, это самое, и могила есть, склеп точнее. Все тут есть. Подожди-ка, мы здесь же были. Все правильно. Но не были здесь. Так, момент. Что-нибудь там рыбу ловят, что ли? Ловят рыбу. Надо туда спуститься. Может быть, удастся еще с кем-то побазарить. Там рыбы-то нету, блядь. Ее отсюда видно, с берега. Ну-ка. Это типа... Свалять, дура, сейчас всю рыбу перепугаешь. Опа, еще один монолит. Ну-ка. Это лодка, блядь, такая. А как читать-то его? Эй! Что за хуйня? Не понял. Это не монолит? Это просто камень? А где же монолит? А, монолит вон там. А где там-то? Вот! Я не могу, наверное, его прочитать, да? Не могу понять, что это значит. Давайте-ка поговорим вот с этой вот... Кто это, девчонка? Один раз я поймал дома рыбу. В колодце. Папа говорит, это потому, что под некоторыми домами есть туннели с водой. Смешного, да? Поймал? Я думал, поймала. Туннели с водой. Подождите, значит, тут где-то можно нырнуть. Трава. Вон там что-то есть. Ну-ка, погнали. Может быть, к водопаду нырнуть? Давай-ка нырнем, посмотрим, что там под водой есть. Трава. Может быть, все-таки найдем мы какую-нибудь хорошую пещерку. Значит, мы не можем пока два монолита с вами расшифровать здесь. Но там вон золото есть. Так, тут что у нас есть вообще? Тут глубоко? Не очень.
Давай ныряй. Посмотрим, что вот в этой банке. Ты что не плывешь-то? Да нет, тут в этих банках вообще смысла, наверное, пока нету. Дело в том, что у нас всего полно. Тут что есть у нас? Есть золото. Или нефрит, опять же. Ну-ка, блять, как тут уже темно, не видать ни хера просто. Опа. Куда ты, Ларка? Что такое, нефрит, золото? Непонятно. Так. Опять чего-то. Наверное, нефрит. Нефрит под водой это обычно. Тут какой-то, кстати, есть. Типа островка. А здесь больше нет ничего. Нет, только трава. Но нефрит тоже хорошо. Вопросов нет. Нефрит нефритом, но нам надо искать где-то этих изгоев. Ну вот. О, пещера, что ли? Да, слушай, тут не то, что пещера. Тут какая-то подводная пещера. Так, Ларка, давай плыви быстрее. Давай, давай. Что ты там, блядь, не можешь жопу, что ли, сюда протиснуть свою? А почему? Ты в такие щели-то залезала же. Ну, ё-моё. Я-то думал. Чё ты, блядь, не всплываешь? Где воздух-то? Подожди, давайте еще раз попробуем. Вот же щель-то есть. Не, не хочешь туда пролезать. А зачем тогда сделано такое? Непонятно. Так, 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 ладно. Может быть, с другой стороны... О, базовый лагерь, отлично. С другой стороны что-то там есть. Этой скалы. Ну-ка, давай посмотрим. Доступны очки. 3 очка, кстати. Как раз сейчас мы сделаем... Крыло орла. Повышенный шанс вернуть стрелы в ревер. Нет. Сидя на ветке, Лара может убить противника и спрятать труп среди ветвей. Вот это вот мне больше нравится. Больше нравится. Еще побегаем. Может быть, серию чуть подлиннее даже сделать. Чуть подлиннее. Один хрен получится опять минут на 50. Сейчас мы сходим. Сейчас мы сходим сюда. Нужны изгои. Нужны изгои, но их нету. Моя твоя не понимать, между прочим. Задание, кстати. О, подожди. Задание, блядь. Я могу его видеть, а никто другой не мог. Все в порядке? Нет. Писка-мертвец забрал мои кубики, и мне никто не верит. Но это он их взял. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Прости, ты прав. Давай так, я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Писку, мертвец. Да, теперь я вот вспомнил по поводу писка мертвеца. Мы подходили к этому пацану, но, блин, куда же бежать-то нам? Сюда давайте сбегаем, тут есть какая-то бумажонка. Судя по карте, есть мужик с пацаном. Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара, не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь мятежника и не знают жалости. Просто не видели, чем мы вооружены. Там что-то наверху есть, кстати сказать. Там, во-первых, бумажка лежит, но, во-вторых, веревку я вижу. А для чего она? Где бумажонка-то?
Люди... Опа, тут не бумажонка. Тут целый сундук маленький. Чаки-такла. Традиционный ножной плуг, который до сих пор используют жители Анд, даже за пределами Пайтити. Иногда проще, значит лучше. Угу. Ты таким вот плугом-то попробуй, блядь, поплужить, блядь. Ай-яй-яй, смотри-ка, тут что-то еще есть. Стой, ты, запрыгивай. Во. А тут чего у нас? Опа, письмец. Вот, смотрите, нашли сундук. Рюкзак географа. Легенда об Эльдорадо. В этом испанском документе приведена одна из множества историй об Эльдорадо. Когда первые корабли испанцев вернулись домой с трюмами, набитыми золотом, новость об этом распространилась со скоростью лесного пожара. И истории, которые рассказывали о несметных сокровищах, постепенно становились все более фантастическими. Благодаря слухам о Золотом городе в Новый Свет отправилось бесчисленное множество экспедиций. Вот перед нами лежит голубой... Или какой там, золотой Эльдорадо, блядь, господи, голубой нахуй. Карта обновлена, секреты найдены, отлично просто. Сейчас мы глянем, что тут есть вообще в принципе. Во-первых, тут тайник выживания. И это, что ли, тайник выживания? Да, блин. Тайник выживания. Во-вторых, где тут еще что есть? А в принципе, тут и нету ничего больше. Единственное, что тут не показывается, изгои. Тайник выживания, тайник выживания. Но тут бумажонка еще есть одна. И мы ее так и не нашли. Погодите, сейчас найдем. Бумажоночку. Хорошо, что нашли карту географа. Рюкзак, точнее, географа. Мы обязательно сходим на эти... Во-во, где-то здесь. Где-то тут что-то еще есть. Типа бумажки. Я могу туда залезть, не? Блять, жопу подпалила. Может, наверх нам надо как-то залезть? Блять, документ. Причем не взятый документ-то. Давайте еще наверх поднимемся. Нам нужны эти изгои. Ты не изгой? Да кастрюльки. Нереально. Эти. Больше я не унесу. Кастрюльки. Опа, еще есть местный житель. Кто ты? Ну и молодежь пошла, честное слово. Дети скачут по горам, как настоящие козы. Это жутко меня пугает. Надеюсь, что ты из этого дикого возраста уже вышла. А, боюсь, что не совсем. Конечно, не совсем. Но у тебя все впереди, как и у этих детей. Они устанут от своих игр. Рано или поздно. Есть склеп. Склепик нашли, отлично. Давай погладим альпаку. Не, а это не гладится. Почему-то. Так. Там что-то еще лежит, смотрите-ка. Еще сундук, вообще отлично. А на карте не помечен, да? Не. Не жернов. С помощью таких камней мезоамериканские народы мололи зерно и семена. Метатель называется такая хреновина. Кстати, мы изучили юкитакский язык немножко. Но нам, скорее всего, вряд ли еще доступны монолиты. Нужно еще изучить. Нужно еще поизучать его. Гробницы? Или нет? Не знаю. Мы стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурату и мятежников. Мы здесь... А, мы отсюда начинали, слушайте. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Можешь повторить. Учу может много рассказать. Предания, все, чего они достигли. Правильно ли мы поступаем? Ну, а наше дело найти ларец, так?
Домингес уверяет, что радеет о благе Пайтити. Но он пойдет на что угодно ради цели. Убийство, жестокость. Я хочу помочь Унурату, чем только смогу. Все, побазарили? Побазарили. Тут у нас ничего нету в этой... А, есть, смотри-ка. Дневник Тирано. 29 ноября 1603 года. После обеда Лопес покинул город. Я пошел за ним, опасаясь, что он не вернется. Я нашел его на берегу реки, он молился. Я не хотел мешать ему и потому стал ждать. Его общение с Богом должно быть длилось всю ночь. Но, к сожалению, я заснул, поскольку внезапно обнаружил, что Лопес стоит надо мной и безмятежно улыбается. Утреннее солнце за его спиной сияло, словно нимб. Он помог мне подняться на ноги и крепко обнял меня. «Труилос, я знаю, где артефакт», — шепнул он мне на ухо. «Пиздит, пиздит. Все, погнали дальше. Нам за эту серию надо как можно больше изучить всего, чтобы к следующей уже, может быть, не с самого начала, а где-нибудь к середине вода. Или это не вода? Начать основное задание. Нет, это не вода, это земля, блядь. Что там нашли? Что-то нашли, кстати, какой-то песочек, порох, что ли? Вот тут у нас что такое? Это что вы тут растите, блядь? Рис, что ли? Ничего себе. Я такое где-то видел, блядь. В Перу, блядь. Подобное. Деревяшки не нужны. А в них вот нырять нельзя, блядь, они мелкие же. Ну а вдруг можно? Вдруг какая-нибудь спецом так сделана. Незаметно. Раз и... Нет снаряжения. Бляха-муха, а как? А какое снаряжение-то надо? Нет, чуть-чуть, чтобы нырнуть, С. Ф. У меня ножа не... А, подожди, может тут нырнуть можно? Блять, тоже нельзя. У меня ножа нету. Где этот нож создать, сделать, не знаю, найти? Хотелось бы заполучить его, потому что у нас уже несколько таких вот... встречалось веревок, которые мы просто порезать не можем. Я все выше и выше куда-то, блядь. Бегу, бегу. Где я хоть нахожусь-то? Ёпты. Это что такое? Тут что-то откроется. Смотрите-ка. Опа. Монолит. Я не понимаю. Много общего с креольским. Ларка никак. Еще... Опа, тут никак еще не удается ей обучиться языку. Кичуанский. В таких керамических сосудах хранили кукурузное пиво, чичу. Дно этих сосудов, урпу, обычно заостренное, чтобы облегчить переливание в небольшие емкости, в которых подают напиток. Урпу. Урпу. Ну-ка. Здесь по-любому что-то открыться, наверное, должно. И мы туда пройдем. Когда-нибудь. Когда-нибудь. А у нас есть веревка. Можно быстро спуститься в самый низ. Оп. Это не самый низ, но... Но лучше, чем ничего. Стоп, стоп, стоп. Какой-то есть кубок. Или это дверь так помечена как раз? Так. Давайте думать. Давайте думать и гадать, куда нам дальше идти. Мы никак не обнаружили. Кубок-то этот как раз вот про урпу рассказывал, рассказывалось. Мы никак не можем обнаружить еще трех этих самых изгоев. Где они находятся, хер его знает. Но может быть со временем все-таки они найдутся. Да что ты падаешь-то? Высота-то всего метров 6 была, блин.
Херня для тебя, ларчонок, блядь. Не узнаю тебя. Все мы на максимуме. Все по максимуму. Давайте еще ниже спустимся. Тут больше ловить, по-моему, нехера. Давайте с картой сверимся. Блять, бумажку мы так и не нашли. Я не знаю, где она лежит. Где вот она? Стой, что там? Так вот же она, ебаный рот. Голод. Новые методы ведения сельского хозяйства, которые применила секта Кукулькана, привели лишь к гибели урожая. Сначала погибли пчелы, затем погиб урожай какао. Земля слишком пострадала, сейчас на ней может расти только маис, и даже у него чахлые стебли. Мы должны что-то сделать, иначе Пайтити ждет страшный голод. Мольба о помощи. Где тут что у нас еще? В этой части вот мы практически не были. Давайте-ка повнимательнее тут все посмотрим. Осмотрим. Что-нибудь да найдем обязательно. Тут вот водичка есть. Может, там на глубине что-нибудь обнаружим. Не, кроме цветов больше нет нихера. Ну, не, тут и не глубоко. Пещер быть не должно. Каких-то. Хотя, может быть, вполне. И что-нибудь здесь обнаружится. Вот, допустим, вот здесь, вот, да? Ну-ка. Опа-на! Что тут нашли? Смотри-ка. Письмо какое-то. 30 ноября 1603 года. Взяв с собой туземца-проводника, Лопес, я и солдаты покинули город еще до зари. И очень вовремя, ведь в городе начался страшный мор. Лопес убежден, что артефакт находится не в городе, а за его пределами. Я спросил, не лицемерие ли это, пользоваться помощью этих отвратительных людей. «Они не так уж отвратительны», — ответил он. «Не более, чем эти молосы. Все они создания Господа нашего, как и мы». Я сказал, что совсем не ожидал услышать от него такие слова. Но он взял меня за руки, и мы стали молиться. Сила его веры передалась мне, и я почувствовал, как оковы сомнения пали с моего сердца. Презренно как-то относился Сирана к местным жителям. С презрением. Блять, ну тут нет ничего. Нет, ну ладно, хоть дневник нашли. Кусочек дневника. Хотелось бы еще людей найти каких-нибудь, которые бы нам указали на какие-нибудь сокровища. Смотрим. Только цветы. Ну там бутылка есть, но она нахуй не нужна. Хотя взять, конечно, можно. Есть еще кто-то. Что там, что там? Это какой язык-то? Угу. Нужный. Большегрудая женщина в юбке из змей. Это Куатликуэ. Ее имя в буквальном смысле означает «юбка из змей». Кроме того, ее зовут Тетеоинан, мать богов. Она родила луну и звезды, и у нее было более 400 детей, в том числе бог солнца и войны Уицела Почтли. Правда, она не только мать, но и пожиратель всего живого. Говорят, что ее саму принесли в жертву для того, чтобы началась данная эпоха сотворения. Смертоносная мать земли. Юкатеки. Юкатекский язык. Снова маленько мы изучили его. Раньше мы с Эцли все время играли вместе. Но в последнее время я совсем его не вижу. Думаю, понятно почему. Он сейчас очень занят, делает важные дела ради всех нас. Но я по нему скучаю. Он дальше всех бросал камни в реку. Это подружайка, пацана. Нет, это что, лодочных дел мастер? Вот, здесь по-любому что-то должно быть в воде, кроме цветов. Блин, что тут мало как всего? Какие-то только бутылки, даже пещера какая-нибудь там с богатствами. А тут, блин. Там сундук здоровый. Погоди. Как его взять-то? Мы как-то тут можем проплыть?
Нет, не можем. Стоять. Нам надо как-то в этот дом попасть. Нет, тут, блядь, дома-то нету. А как его взять? Погоди-ка. Там здоровенный, блядь, сундучище. Во, вход есть. Погоди-ка, давай всплывем, подышим. Или нет входа? Что это такое? Нет входа, это какая-то херня тут просто, как заплыв сделан. А где же туда? Проход-то должен же быть. Вы чё, блин? Опа, есть что-то выкопать. Вот, наверное, здесь заплыв начинается. И надо будет плыть как по коридору вот по этой хрени. Давай попробуем. Ничего себе. Какая находочка. Тьф, блядь, не могу взять, твою мать. Еще бы успеть выплыть отсюда. Живой. Не кверху брюхом. Не, выплыли, выплыли, нормально. А нефрит какой-нибудь под водой тут нету? Ничего нету. Очень жаль. Но делать нечего, надо тогда идти дальше. Тут чего у нас? Тут что-то есть, еще одни книжки. Эпидемия. Когда после долгой засухи начались дожди, крысы вышли из нор в поисках еды. С ними пришли паразиты и разнесли заразу. У заболевших шла кровь из ушей и носа. Они погибали в страшных мучениях. Умерших было так много, что некогда людные города совершенно опустели. Чуму принесли крысы, хотите сказать? Тут крысы-то, блядь, безопасные, за ним в своей природе живут, а не на помойках каких-то. Их, наверное, есть-то можно, не в западло, блядь. Чистейший воздух. Чистейшие продукты. Опа. Так, ты кто такая? Ишик, а на твоей родине дети уважают старших? Это часть взросления. Раздвигать границы. Они в опасности? Нет, стражи им грозятся. Но в детстве ведь они и сами бросались камнями. Нет, мы, по-моему, читали, что ты такое припоминаю. Во! Тут чего? Да как? Да ёб твою мать, снаряжения-то у меня нету. Твою ж ети. Ну вот, все, вот одна из... Из этих самых. Из изгоев. Да, давайте сохраняться тогда. Хорош на сегодня, наверное, я думаю. В следующей серии... Мы большую часть обошли. В следующей серии, я думаю, пойдем по заданию, по основному. Потому что тут ловить как бы уже нечего. Я не знаю, где находятся эти... Эти? Изгои? Еще трех надо найти как минимум. Будем искать, но чуть позже. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.